Государственный архив Мурманской области в городе Кировске празднует 60-летие. Несмотря на солидный возраст, учреждение не только не потеряло своей значимости в наши дни, наоборот, стало еще более востребовано обществом. Приемные дни в архиве Кировска – понедельник и четверг. Посетителей много. Одна из самых распространенных просьб – справка об удержаниях из зарплаты в Росгосстрах. Высчитывали с нас этот Росгосстрах. И мне как бы очень хорошо обслужили. Просто замечательно, что есть у нас архивы. Я уже и сама забыла, где работала. 42 года. Но справочку сделали, все хорошо, замечательно. Теперь отдадим все как положено. В последние годы на волне интереса к семейной истории растет количество запросов индивидуальных. Люди ищут родственников, по крупицам собирают информацию о своей семье, своем роде. Именно с такой просьбой к Татьяне Пивоваровой, начальнику отдела научно-информационной и справочной работы, обратился Сергей Кливакин. С детства я проживал в поселке Кумба, Мурманская область, вот, и решил вот как бы собрать семейный архив. То есть про своих родственников, отца, мать, дедушки, бабушки, которые проживали там непосредственно, собрать, что они имели, какие построения, сколько домов, или там дом, или карбасы рыбацкие, вот, потому что Белое море, там занимались рыболовством, выловом семги. Для сбора данных для Сергея Александровича потребуются выписки из похозяйственной книги и около месяца работы. А вот апатитчанке Людмиле Жасан сотрудники архива уже помогли. Сегодня она передает на государственное хранение подлинники – документы, которые проливают свет на жизнь ее отца во время Великой Отечественной. Мы предполагаем включить эти документы в состав архивной коллекции ветеранов труда, войны. У нас уже много там достаточно документов. И я надеюсь, что вот документы, которые Людмила Михайловна нам любезно предоставит, пополнят эту коллекцию. Все документы бережно хранятся. За последние годы архивохранилища были переоборудованы. В них, помимо стационарных, установлены современные мобильные стеллажи. Стеллаж свободно двигается. Если нам, например, какой-то нужен фонд это выдать, дела, мы уже подходим к стеллажу, уже тут видно, какой нам именно фонд нужен. И мы, соответственно, откручиваем, фиксируем и проводим работу по выдаче или подкладке дел. В штате архива трудятся 22 человека, все квалифицированные специалисты. Молодая смена формируется рядом с сотрудниками, проработавшими в архиве более четверти века. Достаточно специфичная работа наша. Здесь требуется как минимум гуманитарное образование обязательно и широкая эрудиция, очень большой кругозор, глубокие знания, потому что архивистам приходится и отвечать на вопросы самого разного профиля и самых разных, касающихся самых разных сторон развития и жизни человеческого общества. Кировский архив сегодня – крупное государственное хранилище документов, являющихся частью архивного фонда нашей страны. Здесь хранится 514 фондов, содержащих свыше 240 тысяч дел, которые ждут своего исследователя.